Куда ты идешь? Я смотрю, это ты какой-то ты самостоятельный. Вообще-то я здесь стою, если ты не видишь, ты мог на меня обратить хотя бы внимание. А вот куда он пошел? Ничего себе! Он самостоятельно взял, значит, обошел. Вау! Ничего себе! Он никогда не ищет легких путей, значит, прошелся отсюда туда, туда, вокруг прошелся. И туда. А, он пошел к жителям. Всем привет, с вами Дондвори, и сегодня мы продолжаем проходить карту под названием Скайкуб. И это уже пятая часть. Ну что ж, начнем. В прошлой части я не заметил, как я разбился, точнее, я это заметил. Я не заметил, как у меня выпалило половину из вещей, и мне люди подсказали, это было 40 блоков, карта, топор, яйцо, золото, кирка и многое-многое другое. Окей, вы идете сюда? Ну, это неправильный выбор, неправильный выбор. То ты идешь туда, то ты идешь назад. Вы сначала разберитесь, потом ходите. Ага, и ты идешь сюда. Блин, я тебя боюсь, чувак. Нет, ноу. Ноу-ноу-ноу. Он умри, сказал. Умри, сказал. Умри, сказал. Нам не нужно никаких взрывов. Ого! Я его еще и убил. Вот это да. Так, все. Теперь нам нужно, чтобы нас никто не убил. У нас есть алмазная броня. И 46 алмазов. Давайте выложим эти алмазы, блоки. Вот такие вот блоки. И мне люди разрешили поменять вот это, вот это, вот это, вот это. И вот это на 5 блоков. Теперь мы нажимаем Game Mode 1. Окей, вам надо включить креатив. Game Mode 1. И берем 5 железных слитков. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Окей, так, подходим, чик-чик, вот так, и 5 блоков. Да, 5 блоков есть. Теперь мы также выключаем этот креатив. Делаем нам ведро воды и ножницы. Теперь я сделаю то, что хотел сделать на протяжении всех частей. Сломать вот этот блок и достать оттуда лаву. И вот это вот убрать, и то убрать, и все убрать. И так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. О, да, все, вот так, вот так, вот так. Теперь нам нужно для куриц сделать домик, но у нас нету деревьев. Нужно посадить дерево. Так, сюда давай, сюда сажайся, сюда сажайся. Так, теперь сюда и где-то сюда. Все, теперь окей. Дерева у нас вообще нет. Окей. Так уж и быть. Кстати, нужно расставить факела, чтобы не спавнились эти дурацкие мобы, потому что они меня задолбали. Я уже, если сказать честно, я уже записываю хрен знает какой раз. Реально, уже много раз перезаписывал. То меня убили, то взорвали остров, то... Вообще капец, я падаю, не могу телепортироваться, и у нас пошел дождь. Окей, давайте пропишем команду, потому что он меня бесит. Я думаю, вас тоже он бесит, наверное. Ну, если вы не любите дождь. Или любите. Короче, все. Так, давайте. Есть слитки, лаву, во-первых, сюда засунем, дерево сюда, нет, дерево ставим с собой, блоки с собой, все забираем блоки, кроме вот таких вот рудовых блоков, оставляем здесь, так, вот это, тыква не прокатит, потому что она не будет на весу, по-моему, ставиться, давайте проверим, так, да, она не ставится, она только сверху ставится на что-то, так, песчаник, блоки, дерево, саженцы, давайте возьмем так, и у нас сегодня... Такой будет поход. Во-первых, нужно... Ой, что-то я упал. Саженец посадить куда-то сюда. Сегодня мы будем ходить по островам и смотреть, чё как там у нас. Во-первых, можно срубить вот это вот дерево. Я, кстати, топор поднял. Давайте. Я забыл карту выложить. Точно, нужно карту выложить. И поторговаться как-нибудь с жителями. Потому что нужно, да? Давайте сходим на какой же остров сходим. Люди писали, сходи на остров там, где песок. Там какой-то ждет меня сюрприз. Ну, окей, сходим так. Ого, далеко. Давайте я сначала прокопаю или туда. Нет, давайте лучше вон туда. Мне как-то туда ближе, потом туда напрямик. Или назад. Короче, потом будем возвращаться назад через вот ту. Окей, только нам не нужны блоки. Одно, но есть. Косточка. У меня есть косточка. Во-первых, я сделаю вот так вот. Теперь вот. Так, ломаем эти все блоки, чтобы вырасти дерево. А вообще, я побегу сюда. И здесь у меня есть дерево. Офигеть, потратил столько этих для того, чтобы вырастить какое-то несчастное... Так, несчастное дерево. Вот, все. Но зато хоть чуть-чуть блоков нам дало. Допустим, сколько было?
8 блоков, 20, окей, 16 блоков дало, не так уж это много, не так уж, да. Но я думаю, у нас вырастет. Так, сажень, дайте мне сажень, чтобы я его обратно сюда воткнул, чтобы он рос у нас. Я думаю, там веб-усилки видно. А, ого, отлично прям. Все окей, думаю, лайк. И как я уже говорил, 300 лайков и новая часть. Я, кстати, запишу две части подряд, попытаюсь записать, чтобы вышла часть быстрее сразу. Вот, насобирается 300 лайков, я сразу так, пью, и все. И так, выпустим новую часть. Так, все, давайте. Пошагали. Ой, кто-то там ходит. А, это же у них там дверь. Ну, типа им игрушки. О, гляньте, моя лодка, гляньте, лодка там. И, кстати, вам может быть интересно, почему я все время смотрю как-то вниз, да? Вниз. Потому что если я буду вот так смотреть, у меня как бы вебка на ноутбуке чуть выше. Не прямо в экране, как это не делает никто из производителей там всяких там. В общем, вы поняли, да? А прямо у меня на экране. На крышке там, сверху, да. Все, короче, не заморачивайтесь. Так, и что тут у нас? Обсидиан и светопыльцы. Ломаем ее. О, сундук. Так, что тут у нас? Книжка, ага, которая нам понадобится очень сильно. И маяк. Нет, книжку прочитаем. Как всегда, написано фигня. Так, а, мне, кстати, сундук нужен. Очень нужен сундук. Ломаем. Ломайся давай. Так, ломаем вот это забираем с собой. Вот это. И окей, здесь такого ничего аж полезного нету. Я разочаровался. Ну, давайте пойдем на вот тот остров. Мне как-то хочется на тот остров. Люди, мы успеем везде сходить и на блоковый остров. В общем, на всякие. Точнее, не на блоковый, а на книжный. Точнее, не на книжный, на песчаный остров успеем. Да-да-да. Мне как-то туда чему-то роднее. Может быть, там книжечки есть. Кстати, да, подождите. У нас есть алмазы, у нас есть обсидиан. Что-то там, по-моему, банка опыта нужна, да? Или банка воды. Алмаз, обсидиан. По-моему, алмаз и обсидиан. Да. Чтобы сделать, короче, зачаровальню. Мы сделаем зачаровальню и будем зачаровывать опыт. Книжки есть. Точнее, книжки будем. Нам железа нет. Нет, зачаровальня. Книжки нам не нужны. Короче, все, не заморачиваемся. Сейчас мы будем добывать книжечки. Только ничего не. Посмотрим, короче, что в том биоме. Вот так. Вот так, и перенесем к нам, и там сделаем зачаровальню, чтобы она у нас была поближе. Так, пожалуйста, хвати блоков. Пожалуйста, чуть-чуть еще. Ну, пожалуйста. Давай, еще чуть-чуть. Блин, оно так медленно идет. И, нет, нам не хватит столько блоков, чтобы дойти. Ладно, попытаемся как-то дойти. Посмотрим, что тут у нас в инвентаре. У нас в инвентаре таких особых блоков нет крутых. Так, да, еще чуть-чуть нам не хватило. Ладно. Блин, да как я теперь наверх подымусь? Я абсолютно не знаю, как я теперь наверх подымусь. Подождите, из светопыли можно блоки взять? Да, можно. Только 4 блока, это мало. Вообще как-то не по приколу. Так, давайте вот так, потом вот так, и здесь мы можем уже выбраться, наверное. Я не знаю. Не знаю, мне нужно где-то блоков взять. Давайте посмотрим, у нас там на острове есть блоки. И, подождите, можно сделать бесконечный источник? Только я не помню, как он делается точно. Короче, все, решено, люди. Мы делаем бесконечный источник. Во-первых, давайте покушаем. А во-вторых, мы сейчас побежим делать бесконечный источник. Там выросло дерево, потому что каждый раз дерево рубить, это, ну, это невыносимо. Меня это уже бесит чуть-чуть. Вот так. Тут сажень даже есть. Давайте посадим этот сажень здесь. Яблочко. Ладно, сундук потом поменяем. Или нет, сундук сейчас нужно выкопать. Сейчас копаем. Есть, все. Так, что там у нас с пшеничкой? Ага, растет. Окей. Что? А, дерево. Окей. О, еще одно выросло дерево. Ладно. Так, во-первых, возьмем вот это. Давайте сделаем где-то вот там. Ух ты, яйцо как полетело. Вы видели, да? Вы это видели. Я надеюсь, что да. Так-то вообще прям пью. Полетело. Так, нам нужно немножко дерева, кусочек дерева. Ага, вот кусочек дерева, давайте срубим. Блин, все, как же все сложно сделано. Вроде кажется, тогда легко. Ну, за вот эти 15-20, которая часть идет минут, так сложно все успеть сделать. Даже булыжника нет. Да что ж такое? Ладно, начинаем развиваться типа как бы сначала. Подождите. Вообще тут кирка у нас есть, можно будет добыть этот булыжник, но вряд ли он нам выпадет. Все, короче, докопаем рукой, неважно, докопаем
так, потому что это очень надолго затянется, если я начну делать кирку, делать то, делать это. В общем, вы поняли меня. Так, все, давайте перейдем куда-то вот сюда. Вот сюда, сюда, да. И сломаем вот это, наконец-таки. Еще нам, кстати, нужно будет воды сделать. Набрать воды. Да. Блин, как же это все сложно, реально. Я-то думал, это, блин, это легко. Это капец, пипец, легко. Это нифига не легко, оказывается. Вот так. Возьмем, что тут у нас блоков тыквы. Давайте тыквами загородим. Тыквы ж можно, по-моему, ставить здесь. А ну-ка. Вот так. Да, можно ставить. Вот. Ух ты, даже одну на одну можно ставить. Вот так. Теперь вот так. Теперь нам нужно вот здесь. И вот здесь. Здесь у нас мы будем выкапывать. Так, что здесь нам мешает? Смотрите, теперь мы берем лаву, ставим вот сюда. Вот эти вот блоки сделаем. Здесь проходик небольшой. Теперь воду здесь. Вот так. И воду вот, вот сюда выльем, чтобы она и вниз стекла, по-моему, правильно. Или нет? Сейчас проверим. Так, во-первых, нам нужно лаву куда-то назад вылить. Блин, точно назад нужно куда-то. Ладно, сейчас найдем, куда вылить ее. Сейчас какую-то ямку сделаем и куда-то ее выльем. Куда-то выльем ее. Вот, допустим, сюда. Вот, смотрите. Ставим тыкву сюда и вот сюда ямку. Так, лаву. Теперь главное нам не утонуть в этой лаве. Так, наливаем ее и бежим за водой. Вода. У нас, кстати, ай, вытоптал. Ладно, потом разберемся. Так, бесконечный сночек. Должен был залить. Ну ладно, потом разберемся. Два блока есть, значит бесконечный источник будет. У нас, короче, много блоков, но пока что. О, еще дерево выросло. Вот реально, как они нужны деревья, они не вырастают. Как они не нужны, они растут одни за одним. Во! Вау! Эй! Что-то не понял. Что-то я тоже ничего не понял. Куда потекла? Вот. И здесь мы ставим лаву, и она так. По-моему, если я не ошибаюсь. А если я ошибаюсь, то будет капец полный. Я не знаю, что делать, если мы испортим наш источник. Бесконечный источник булыжника. Ай! Окей. Так, телепортироваться вверх на 30 блоков. Еще вверх. Так. Телепортироваться. Надо сохранить координаты. Чтоб я каждый раз не телепортировался вверх, а просто-напросто нажимал телепортироваться одну команду, и меня телепортировало вот туда. Либо поставить команды вверх, чтобы соприкасание со меня с водой телепортировало вверх или что-то типа такого. Так, давайте попробуем. Так. Пожалуйста! Не обсидиан! Офигеть. Так, тихо. О, он еще воду затопило. Ха-ха-ха. Отлично. Ну, зато дала пару булыжников. Это хоть радует. Так, нужно как-то разработать. Некоторые там уже, по-моему, в комментариях, наверное, пишут. Ой, ты типа не знаешь, как это делается. Это делается легко. Ну, кому как. По-моему, надо еще даже больше блоков. Кому как, реально, люди. Я как бы не занимаюсь такой ерундой все время. Не строю там всяких бесконечных источников, и мне как бы это все дико в первый раз, реально я вот делаю. Нет, когда-то давно делал, по-моему, надо сюда воду выливать, да? А ну давайте выльем лаву. Вот так, лаву. Побежим за водой. Блин, как же это сложно. Бегать за водой, брать. А ну подождите. Бежим за водой. Набираем воду. Телепортируемся вверх. Окей, телепортируемся вверх. Телепортируемся вверх. Окей. Как я так только развился? О, сажусь, соберем вещи, соберем вещи. А я думал, ты... ого, ого, сколько здесь вещей. Ого, ого. Давайте, короче, я включу креатив. Game Mode 1. Соберу их. Да, я из креатива ничего не беру, я просто плаваю, чтобы воздух был. Воздух был у нас. Воздух был. Как-то я туплю в этой части. Я все время туплю. Не знаю, что так. Так. Все? Вот так? Вот это все? Ладно, поплыли вверх. Как-то у нас блоки. Так, блоки как-то рассыпаются все время. А Game Rule Keep Inventory не хочется прописывать. Но все-таки, наверное, я сейчас пропишу Game Rule Keep Inventory, потому что мне надоела всякая ерунда с этим телепортированием. Я прописываю, во-первых, Spawn Point здесь. И прописываю Game Rule Keep Inventory True. Потому что вам неинтересно уже смотреть это, как я все время умираю. Вот так. Так, тихо, где-то тут я тут разбился. А, вот мои вещи все. Ну, хоть меньше всего вещей попадало. Так, вот так, вот так. Джо, так, я тебе сейчас втащу. Я тебе сейчас дам. Я тебе дам сейчас ворошиловый стрелок. Ё-моё, блин. Так. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой.
Так, тихо, вот так. А ну, допустим, если вот так лава, тихо, не подожди меня. И, пожалуйста. Ай-ай, лава не в ту пошла, лава не туда пошла, нет. Так, тухо, тушимся, тушимся. Ай, они надоели, реально, они надоели. Так, лаву сюда, воду сюда. Теперь... Я могу свободно прописывать килл, чтобы возражать. Что? А что у меня вещи выпали? А что у меня вещи выпали? Откуда-то ведьма взялась? Вы надоели. Все, люди, я, короче, знаю. Сейчас я остановлю паузу. Меня еще отравили. Офигеть. Окей. Я, короче, ошибся. Прописал не true, а как-то по-другому написал. Давайте проверим бесконечный источник. О, да. Он у нас работает. Все. Мы теперь благополучно становимся сюда. И добываем немножечко булыжника. Вот так. Добываем, добываем его. И добываем. Ой, бывает, булыжник улетает куда-то. Я заметил, что часть идет 13 минут. Мы сейчас быстренько сбегаем на остров. Я думаю, вы поставите лайк за то, что часть идет много, долго. Будет идти долго, долго. И как я и обещал, что я схожу на тот остров. Мне очень любопытно, что там вообще прям интересно. Что ну еще сгорает все время? Так, вот, вот так, вот так. Ну теперь я, наверное, добуду несколько стаков булыжника. Где-то стака 3, чтобы нам хватило прям. Дерево будет для дома, а вот эти вот булыжники для всяких походов. О, даже так можно сказать. Все, вот, вот, все, вот, вот, вот так, давай, вот так, все, мне думаю, 25 штучек хватит. С головой еще откуда-то ведьма тут взялась. Как она вылезла, курица? Или где-то она заспавнилась? Нет, вроде не вылезла, там есть 3. Окей, я даже не знаю откуда, честное слово. Но теперь у нас Game Rule Keep Inventory есть, мы можем не сильно бояться за наших мобов. Да, вот так накушайте. Кушайте, сказал! О, все, ешьте, ешьте, ешьте. Так, теперь с пшеницей разберемся, и теперь мы можем бояться. Ой, не бояться, чтобы нас никто не убил. Только скинуть нас могут. Ну, а это не страшно. Уже. Уже не страшно. Все. Так, вот так. Так, тут скелеты, ладно, давайте их убьем, чтобы костная мука была. Так, они сейчас друг друга попадут. А, нет, не попали. Они не попали. Все, короче, идите отсюда, ладно, костная мука мне не нужна ваша. Ай, паук еще здесь. Ай-яй-яй-яй, паук, 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 паук. Тихо, он упал. Все. Так, вот меня расстреляли. Так, раз, два. Так, все. Мы бежим туда. Да-да-да-да-да. О, он упал. Ладно, лол. Все, теперь-таки мы найдем на это. В общем, вы поняли, на блок убьем. Мы пришли. Так, теперь нам нужно подпрыгнуть, поставить блок. И вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Все, в следующем части пойдем реально нормально ходить по всяким биомам. Так, что тут у нас книжки? Ага, ломаем. Главное, что плавы не было. Не булькает? По-моему, булькает. Или нет? Или я не слышу. В общем, сейчас посмотрим. И... О! О! О, да-да-да! У нас зачаровальня есть теперь, блин! Теперь нам не нужно делать алмазы. Блин, как я не мог догадаться, что здесь может быть зачаровальня. Блин, круто! Все, давайте добудем блоки, чтобы мы там построили зачаровалку. Чтобы все время нам не бегать сюда. Чтобы все было там. Там мы зачаруемся, там и построимся, там все будет. Точно, блин! Блин, вот у нас куча книжек, найти бы еще где-то, как она называется, наковальня. И все было вообще-вообще окей. Или железо найти, и железа здесь вообще мало. Я думаю, что давайте сейчас я прибегу на остров, или просто даже выкопаю немножечко блоков, и на этом я с вами попрощаюсь. Если вам понравилась эта часть, то ставим лайки, кто не подписан на канал, подписываемся на канал. 300 лайков, то выпускаю новую часть, комментируем. Ну а с вами был Дон Двори, всем до новых встреч, друзья. И пока.